Хей, окей, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием The Binding of Isaac of Tributes Plus. Окей, так, Юран. Это у нас был первый, да, забег тогда за Самсона? Да, первый забег за Самсона и выигрышный забег, замечем. Рандомим. Я только не могу играть... Блин, нет, Эйден, черт. Синий младенец, я вспомнил, нет, извини. Юран, и мы берем синего младенца и побежали. Синий младенец D6. Синий младенец равно D6. Так, у него какулька, активный предмет. Предмет дерьмо выдают сразу. Уходим. У него только синие сердца, поэтому сделку с дьяволом, можно сказать, нет. Лучок, мертвый лучок при том. Простреливает сквозь объекты, но уменьшает терзу. Лучший предмет, если найти еще где-то мне весы. Идеальная комба, потому что вот такой будет расстрел и плюс дамаг 12. Просто жопа. Ну, как говорится, пальчик. Блин, что-то мне не везет. Покебол. Херня. Дерьмо, дают только вот это. И все. Повезло бы мне лучше. Давай, золотая комната. Хорош. Ага. Ага. При этом мы еще задамажились до хера. Ну, удерживать кнопку стрелять в протяжении каких-то минут я не собираюсь. Да, это предмет хороший, но очень нужно долго держать. Ну, побежали, я не против. Я не против. Кто сказал, что я против? Лучший предмет, я считаю, в Айзеке. Ну, один из лучших, ладно. Бримстон на втором, на первом месте. Примик на первом месте. Гриб на втором месте. Конкурентов я не вижу. Конкурентов я не вижу. Так, нам бы терзу увеличить. Так, ерор. Вот так делаем. Сундук. Хотя, ладно, погнали быстро проверим другие комнаты. Так, золотистая какашка. Чего, блин? Нога упала. Это из-за... А, рандомный тики эффект. Ясно. Так, у нас уже сразу с вами деньги есть на магазин. Это что-то выше моего понимания. У меня нету ключа. Единственный минус, это у меня сейчас нету с собой ключа. Поэтому как-то так. Ебанутая тринька. Больше мы ее с вами никогда не берем. Так, это синий, да, значит, он не может выпуливать жуков. Довольно хорошая версия, чемпионская версия босса. Мясо, почему мясо? Ну, постоянно мясо. Так, выкинь ее, нахер. Она нам не друг. И сейчас, знаете, мне такой вообще даже сатаны процентов не дадут, да? О, а там комната расширилась. До хера расширилась? Или мне показалось? Так, рыгуны.
Нам это не страшно, но, блин. Мне страшно то, что у меня нету хп. Красных. Сэмпай. Дай мне хп. Ну, у меня хотя бы куб оружия есть. Так. Минус головастики, больше таблеток. Минус, 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 минус. Так, один ключ у нас есть, ключ как раз нам для золотой комнаты. Для золотой комнаты ключ. Еще здоровяка может выпасть ключ, если повезет. Повезло. Поэтому мы с вами идем в магазин. И к боссу, и в магазин. Ну, то есть в золотую комнату и в магазин. Так, осталось найти хорошие камни. Телепилс. Ха. Что, народ, мне повезло. В принципе, меня телепортнуло туда, куда мне нужно было. И к магазину, и к золотой комнате. Плюс еще дали дополнительный ключ. Погнали. Я понял. В принципе, тут только дерьмо. Давайте я заполню до конца автомат. Да, залезть. Класс, класс, класс. Ну, хотя можно бумеранг купить за 7. Или не стоит. Ну, я смогу вещи доставать, хер знает откуда. Так, ну смотрите. В принципе, я могу сделать вот так и забрать две вещи. Охуеть. Пока лучше предмет. Или лучше какашка. Ха-ха-ха-ха, ладно, посрать. Ай-яй-яй. Куда он прыгает? Отлично. Так, у нас есть сделка. У нас есть дамаг. У нас есть мамин нож. Который, конечно, я брать не буду. Варя. Потому что у меня будет райская комната. Так. Не, все-таки нормально, нормально у нас этажей, так как же и было. Ретровижн. Как обычно, нормально, ладно. Так, давай мне. Скакулик, дай что-то нормальное. Я понял. Хорошо, и так сойдет. Писюны. Ball of Steel. Это ёлки-палки! Зачем я на дамаг налетаю? Так, ключ, золотая комната.
О, отлично, нога. Нога это довольно хороший помощник. Буду честен. Блять, как вы меня же заебали. Я муху не увидел белую. Ай, завижена. Вы обязаны мне дать Ball of Steel. Amnesia. Ладно. А мне же не так страшно, потому что я уже... Не. Пускай лучше у меня будут таблетосы. Сразу погнали до... батарейки. Охуеть. Нужно, чтобы мне таблетка выпала на хп ап. Хп ап мне нужен. Дайте мне хп ап. Срочно. Батарейка, бомба. Lucky down. Нахер с вами. Lucky down. О, Black Heart. Я возьму блок... лучше книгу, потому что то же самое, что и таблетосы. Плюс при этом. У меня красных вакуумов нету, поэтому у меня будут черные вакуумы. Плюс это дамаг. Минус 2 рейндж дауна. Возьму, но в следующий раз. Ну, откройся. Да ч- зачем вы мне одно и то же даете? Давай, хорош. Так, мне бы золотую комнату еще найти. Было бы неплохо. Было бы очень неплохо. Так, отлично. Пол дела сделано. Есть протекшн. Черное сердечко. А, магазин нужна еще одна монета. Монетка. Два ключа, ладно, тоже неплохо. Мне монета нужна. Ключ я топ. Класс. А, вот и монеты. Так, погнали. Короче, я заполню до конца свой этот активку. Возьмем батарейку, используем снова активку. Здесь тоже спорный, потому что, допустим, я его открою, да?
Но при том, что я его открою, у меня как бы два ключа заберется. О, лучший враг для меня. Так, непонятный предмет. Терзап, слезы, хорошо. Ох, отлично. Муа, просто муа. Мне корону дали, я... А я думаю, что у меня слезы такие треугольничные? А это, окажется, у нас из-за этого, да? Из-за короны. Blackheart, Blackheart. Плюс у меня сейчас будет красное сердце. Одно красное. Изи. Изи. Так, минуточку. Так, я вернулся, сходил за водичкой себе. Плюс мне там позвонили, поэтому... Как-то так. Окей. Поехали. Вспомнил, у него не может быть красных ячеек. Блин. Поэтому мне красного нихера не дали ячейку, когда перенёшься. Ну ладно, нормально. Мне все равно есть книга. А у меня все равно есть книга. Книга моя любимая. Урона у меня достаточно. А, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Что мне нужно? Мне нужно, во-первых, понять, где золотая комната. Во-вторых, а это XSL еще. Угу. Значит, у нас будет сразу два магазина, как раз World. Ай. Бля, не, я, короче, буду делать себе черные сердца. Не буду экономить. Так, ладно, у меня хватает, в принципе, ключей. Раз. Диаса 9 бомб. Тирзлазер. Я не хочу его брать. Я лучше с слезками поиграю. Так, пойдемте, короче, в магазин. Блин, жалко, что тут магазин один. А, класс. Магазинчика нету. Не очень хорошо. Так, ладно, умирайте. Где там мои скелеты? Где мои там враги? Так, полет. Хорошо, пускай будет. Еще монетка и боссы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не очень хороший босс. Опа, я разблокировал смоляного... Смоляное лицо. Айзек. Так, это злая мамка. Ай-яй-яй.
принципе, здесь у нас враги не вызываются, но, блин, нас будут херячить. Как-то так. Айзек! Да, мы пойдем дальше. О-хо-хо. Грипп, да? Спид, Ай. Да блин, а ч тупые глаза? Ты мразь! Жирная. Ладно, нужно этого бить. Бля, он еще маленькие сердца высирает. Бэт имбецил. Не очень прикольно. Хотя. Жри моё говно! Отлично. Второй где враг? Нужно сердца поубивать. Манать ему повезло, он взял просто на шип сел. Ой, как я тебя ненавижу. Ой, блядь, это еще взрывной. Где этот малой? Хуярь моей подставки. Давай, умри, умри, умри! Ой, блядь, сложно, сложно. И понимаете, в чем фигня? Все чемпионские версии. Не, вот этот не чемпионский, ладно. А я даже не знаю, какой он чемпион. А, не, чемпионская тварь. Или нет? Да, да, чемпионская. Он мух взрывных выпуляет. Манать. Блин, я еще тупанул, книгу не заюзал. О! И эти тоже чемпионские, которые пуляют, блин! Ah!
нахера так сложно делать? Мне забег, зачем такой сложно делать? Хорошо, что у меня хотя бы карта была полета. То я бы не знал ее, что я тут делал. Так, сначала это угрохну. А, он не взрывной. Все? Все? Но это только насекомых вызывает тоже. Давай, 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 давай. Блин, красные кокульки вот этот посоздавал. Вот эта мразь спортивная. А что ты что, не... А не, херячит он этой херней. Все. Да вы надоели? О, слайми, привет. Он тоже может своих клонов создавать. При втором прыжке. Во. Ой, бля. Битвы с боссами. Все. Ой, маска сдохла. Ха! Ха! Кто-то на шипы наехал. Ха! А, еще ангелы у нас. Ладно, эта версия более легкая. Остался ангел. Я не помню, вот серьезно, как нужно, как они держат руки для уворота. Еще темный ангел должен быть. Это все наебка. Ой, блядь, там призрак этот ебаный. Ой, блядь. А что он делает? А, лазер, блядь, перекошенный, вспомнил. Так, там дремучий скелет, который мне нахуй не нужен. Но чтобы мне его атаковать, нужно его клончиков побить. Сдохни, сдохни, сдохни. Ууу, получено достижение муха. Ну конечно, что еще мне могли дать? Тролль-бомбу. Тролль-карту, конечно. Фух, не, вот это было жестко на самом деле. А, плевать. А теперь мы готовы к всему с вами. Любое выражение. Только жалко, что у меня полета нету. Сейчас сделаем чисто все черным. Блин, главное, чтобы после этого у меня это работало. Корона. Вот что это за звук типа левый, когда умирает здоровяк? Как будто кто-то на заднем фоне разговаривает. Так, тихо, наверх. Принимая вызов. Да, я снова с собой сражусь, что мне? Сложно, приятель.
Он даже ко мне подойти не может. Так, там у нас была карта. А, не. Джара. Блин. Джара — это нормальный предмет. Оно будет еще работать, корона? Работает, все. Значит, главное, чтобы не было у меня красного сердца, значит, у меня будет эта корона бесконечная работать. Потому что у нас красных сердец не может быть. Так, та-та-та-та. Отличненько. Так, там хороший камень был, ну, у нас фул черные сердца. Да возьму. Да возьму. Чибани. Бы не. Так, это у нас первый, да, только ломб. О, здоровенький был. Ой, ай, блин, у меня от этого кровь осталась. Ну, у меня, в принципе, терза нормальная и дальность нормальная, рейндж тоже норм. Там. Скорость. Адская сделка. Спавнер мух хороший. А это... Ну это челлендж, это дерьмо на самом деле. Поэтому нахер надо, побежали отсюда. Лучше прайска выпало. Т6, я иду за тобой. Д6, моя любимая, Д6. Так, вниз. Ай, черт, а сердца не показывают мои. Ну ладно. Я знаю то, что у меня они фул. Фул хил у меня. Так, ниже погнали. Так, вверх, вправо. Отлично, босс. Давай, 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 давай. Бей, пока можем. Потому что пока можем. Так, анлок, синий мальчик. И пещеры открылись у нас. О, нет. Туда я точно не пойду. К этому челику я не хочу идти. Да даже если так, то я его не убью, потому что у меня слишком маленькая. Атака. Блин, слушайте, а слушай, мне нужно за... Не за синего мальчика, а этого. Сатану убить, да? Да, кажись, да. Либо Айзеком нужно убить этого. Синего ангела. Да, я не помню, сейчас попробуем. Ой, блин, ну ты чего? Блин, взял мне запорол. А можно уровень будет... Комната будет состоять не из одних боссов, да?
Спасибо. Пока что я вижу одних боссов. Три комнаты подряд было с боссами. Пойдемте вниз. Да, тут хотя бы без боссов. Четвертая комната с боссом. Пятая комната с боссом. Мразь. Надеюсь, ты рад. Так, да, ой, как раз. Ай-яй-яй-яй. Говно. Ты говно. Как я манцую? Бля, он в атаку вошел. Ты издеваешься, да? Ой, должно ку... Не, не коснуло, хорошо. Ну... D6, есть! D6, наконец-то! Фотку получено хорошую. Плюс челлендж 27, 35. Ну что, в следующей серии мы с вами продолжим и будем играть за Айзека, потому что у нас есть, наконец-то, наша D6. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока!